Приветствую всех на своем канале. Я показывала сегодня видео, как я прибрела и использовала волосы на зацепках. Хотела, знаете, такое красивое платье, красивым сняться. И сегодня я очищала помещение, окуривала. Это вообще точка у меня уже давно вырубилась, рано очень. А я прям вообще... Я даже не хочу наряжаться, я вот просто в пледик меховой. Такой мне сегодня сделаю расклад. Завтра уже такие пристегну хвост такой прямой, более шикарный. Тут видите, прям такой с сильным блеском. Ну, прям хотелось с волосами снять такое гадание, гадалка. Ладно. Сегодня хочу такое гадание разложить на ваше предназначение. На таких вот сегодня таро буду раскладывать. Как я говорю, мечтательных таких, волшебных. Вот. Завтра подумаю еще на что. Уже на таких вот моих любимых Ленорман золотых. Так, соберу силами, честно. Может, я даже уже не вечером, а днем сниму. Вижу, что расклады смотрят. Спасибо, приятно. Пальчиков только верхний вижу. Смотрят много. Итак, начнем. Два варианта тоже будет. Буду говорить более медленно, потому что уже, знаете, практически засыпаю. Итак, ваше предназначение, вариант номер один. Советую тоже, кстати, чаще очищать помещение. Так, начнем. Кто загадал один? Естественный конец. Пришел прямо конец старому образу жизни, старым взглядом. Вы уже давно разочаровались во многих людях, во многих событиях, может быть, даже в бизнесе, в работе, вообще во времени. Сейчас время, да, новых энергий, и обязательно, что такое естественный конец, это все закончится, вы полностью закроете старое и вступите в жизнь уже с новыми какими-то, может, даже, знаете, вы работу смените. Точно убедитесь, в чем ваше предназначение, уже предпосылки были, звоночки вам, и прямо уже вплотную этим займетесь. У меня даже мурашки, вот прям дальше больше говорить ничего не хочу, во-первых, потому что устала, во-вторых, потому что ну просто все ясно, как божий день. Однозначно у вас есть какие-то способности, может быть, в творчестве, вообще вот в чем угодно, просто... В чем разочаровались, прямо закрывайте эту дверь, открывайте новую. Прямо вот вам Вселенная сейчас, вот на какой путь она вас направит, это вот именно ваше предназначение новое. Вот прямо в данный момент, что появится. Итак, вариант номер два. Кто загадал вариант номер два? Что же там у нас? О, хорошие перспективы. Вот уже в данный момент, чем вы занимаетесь, это очень перспективное дело. Очень будут хорошие предпосылки. Вообще резкий скачок в духовном развитии произойдет. И в финансовой сфере. Вообще судьба вам приготовила вот то, чем вы сейчас начали заниматься. Может, вам кажется, прям вот начали. Такое, знаете, чаще бывает всего. Планов понастроили, как-то ничего не получается. Во-первых, успокойтесь, молчите, спокойно, никому ни о чем не рассказывая, спокойно действуйте. Это все перспективно. Видите, хорошие перспективы. То есть перспективы это на будущее. То есть конкретно, или вот прям в данный, там буквально вот неделю решится, прямо вот что-то какое-то будет предложение. Не бойтесь, беритесь, либо развивайте вот чем новым сейчас вы начали заниматься. Еще раз повторю, самое главное – у всех бывают скачки, взлеты и падения. Нужно просто вот взять себя в руки и помнить, что это все, вот вы понимаете, сейчас все, что бы вы ни делали, вы работаете на свою собственную перспективу. Вообще вас большой успех очень ждет. Вот и все. Всем до новых встреч. Завтра такой же более подробный расклад, секрет, о чем он будет. Такой тоже. Более таинственный. Хочу пожелать вам вот
развиваться, развиваться, еще раз развиваться, менять свою реальность. Прям вот каждый день удивляешься. У меня тоже было достаточно много знаний, но вот я каждый день просто еще что-то дополнительное узнаю, потому что, вот, допустим, у меня знания в чем-то есть, ну, в своих сферах я много что знаю, да, допустим, освещаю, пусть не все, но через видео тоже можно чему-то научиться. У кого-то еще повыше уровень из каких-то, то есть вот я все знаю по чуть-чуть. Ну так вот у меня, не то что я знаю много, конечно, об этом, но даю по чуть-чуть. Но есть такое, что человек прям вот глубоко очень изучает что-то одно и настолько хорошо об этом знает. Вообще просто респект, уважение, благодарность. И поверьте, что вот как говорят, буду я там деньги на духовное развитие тратить, нет. Иногда вот просто стоит, потому что вы можете за год столько денег потерять, а, допустим, проплатив, ну, конечно, баснословные, вообще надо учителя очень осторожно выбирать, и баснословные такие огромные деньги платить не стоит, но иногда какую-то небольшую сумму внеся, вы просто, у вас такой скачок в развитии произойдет, ну, вообще, просто вы, можно сказать, за месяц проработаете целый год, представляете? Год времени вашей жизни, вашей энергии, ваших сил, ваших денег останется с вами. Всем до новых встреч. Еще раз извиняюсь, что я в таком виде. Но у всех у нас, наверное, иногда бывает такой вид. Всем до новых встреч. Не забывайте работать над собой. Иногда давать себе отдых. Вот как сегодня я думаю, не буду наряжаться и все, не хочу, даже губы вот красить не буду. Но информацию дам, я выгляжу, ну так, приятно, я думаю, что смотреть на меня завтра будет еще покрасивее. По крайней мере, чистенько, опрятненько, ну просто вот такой домашний вид. Все равно есть какие-то причины отказаться от чего-то. Ну, думайте, что все-таки делайте все возможное для того, чтобы сделать. Просто взять, пойти и сделать. Все равно прям вытаскивайте сами себя за макушку, за голову, вот, за волосы, за все что угодно. Прямо вот идите, идите только вперед. Но не забывайте, конечно, отдыхать. И почаще делайте чистку себя и помещений. Смотрите видео, для кого кратко такой уровень, не очень такой обывательский. Ну и можно также в интернете много о чем найти. Всем до новых встреч. Будьте здоровы.